Девочки, привет! Меня зовут Аня. Мне 16 лет. Около 6 лет назад я попала в центр реабилитации для детей, в котором нахожусь и сегодня. Очень часто я помогаю воспитателям с детьми. Мне это очень нравится. И мне искренне жаль малышей, которые остались без родителей. Мне всегда очень хотелось им как-нибудь помочь, потому что раньше я сама почувствовала на себе ту грусть и одиночество. С тех пор я поставила для себя цель в будущем сделать все возможное, чтобы дети, лишенные родительской заботы, были счастливы. Мирись, мирись, мирись и больше не делись. А если будешь драться, то я буду кусаться. А кусаться ни при чем, буду драться кирпичом. А кирпич ломается, дружба начинается.